Всех приветствую на нашем канале. С вами Олеся, компания Архибис. Сегодня у нас посылка от Бисерок, Конек и Барвиста Вышиванка. По Барвиста Вышиванке там скатерти приехали. Я вам обязательно их покажу. Ну, давайте потихонечку будем рассматривать, смотреть все это добро. Потом закупку по Мика я сделала. Акционная была закупка. Со скидкой я вам уже как получу, скорее всего, там завтра вечером или послезавтра буду вам показывать все, что получу. Так, это у нас бисерок. Дальше бисерок шарик. Вот такой вот. Метрика. Что у нас еще? Такой пейзаж. Да, зимний пейзаж, домик в лесу. Девочки, относительно посылок, значит, все отправляется. Укрпочта, я говорила, что отправлять не буду, но многие очень начали просить, так как не у всех есть возможность получить новые почты. Поэтому Укрпочта я тоже отправляю сейчас посылки, но это на период карантина, да, проблематично. Но отправляю раз в неделю, буду носить. За границу посылки тоже уезжают, все нормально, не волнуйтесь, Укрпочта принимает посылки. Они прислали даже письмо, вчера получила я. Так, это Барвиста Вышиванка, роза, не буду ее разворачивать, большая такая. Вчера прислали письмо, что они работают, посылки отправляют. Так что все нормально. Во всяком случае, сегодня у нас поехали 3 или 4 посылки за границу. Все принято. Так, скатерть это я вам сейчас хочу развернуть. Это у нас конек, невинность. Уже многие ожидают эту схему. Тут несколько приехало, их 4 штучки. Это она свернутая. Вот так вот дальше идет, видите. Вот. Котик, котик, котик. График закупок я пока не выкладываю. Скорее всего, ближе к пятнице он будет готов на следующую неделю. Но в пятницу у нас Миледи закупка первая будет по этому производителю. Только начинаем работать. И на следующей неделе будет Абрисарт. Так, так это вот так вот. Да. Абрисарт, он будет по акции. Так что вы там присматривайте. Но я обязательно сделаю объявление. Либо на следующей, либо через неделю. Ну, скорее всего, на следующей неделе. Так, это у нас мастер и Маргарита. Так, чтобы сфокусировалась. Вот. Ну и, конечно, не забывайте о чешских палитрах бисера, которые мы кладем в подарок к вашим заказам на определенных условиях. Вот, кто впервые зашел на наш канал, еще не видел их, да. Такие рубиновый сад красные, свежие травы. Их вообще у нас 7 штук. Ну, под этим видео будет ссылка на наш сайт. Вы можете зайти посмотреть описание. Такие мини-палитры даются в подарок к вашему заказу на определенных условиях. Под этим видео я оставлю вам ссылку на нашу группу, где вы сможете сделать заказ. Это группа в Фейсбуке. Вот. И сможете ознакомиться с условиями, да. Так, это Баба-Яга, полная зашивка, только лицо и руки у нее не вышиваются. Так вот, не фокусируется. Вот, есть. Там, кстати, Мика нам отправили посылку, ну, сегодня отправляют. И что-то говорили еще там, новинки какие-то на розыгрыш нам отправят. Так что будем уже в следующей посылке с вами смотреть, что там и как там. Лев. Так, давайте хочу развернуть вам. Так, вот это скатерть от Барвистой Вышиванки. Единственное, что я не пойму, не написано какой это материал. Не написано, но я так понимаю, что скорее всего это габардин, наверное. Хотя переплетение вроде как лен, может так имитирует лен. Но цвет молочный. Не белый. Вот так это выглядит. И смотрите, края оверлочены. Вот, потому что Барвиста Вышиванка любит края не оверлоченные, да, делать. Но мы это знаем.
А здесь, как видите, оверлоченные. И не подклеено флизелином, и они не кладут. Не кладут флизелин. То есть вам уже самостоятельно нужно подклеить, приобрести его. Ну и вот еще вот такая, эту я уже разворачивать не буду. Вот такая вот тоже. Так должно выглядеть. Так, ну и в завершение это вот этот домик. Я уже его разворачивать не буду. Мы его уже не один раз видели. От бисерка, ну девочки, темные цвета, они сливаются, тяжело читаемы. В общем-то, относительно эта схема еще неплохо читается. Потому что есть у бисерка такие тяжело, жутко тяжело читаемые схемы, мы это знаем прекрасно. Но здесь еще более или менее терпимо. Вот. Но есть тут пару цветов, которые тяжело читаются, сливаются. Но схема большая, разворачивать ее не буду. Черивная лита называется. Все, ребята, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. Пока-пока.